часто пеструю толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей, мелькают образы бездушные людей, приличьем стянутые маски. Когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских давно бестрепетные руки, наружно погружась в их блеск и суету, ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне забыться памятью к недавней старине, лечу я вольной-вольной птицей, и вижу я себя ребенком, и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей, зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают вдали туманы, над полями в аллею темную вхожу я, сквозь кусты глядит вечерний луч, и желтые листы шумят под робкими шагами, и странная тоска теснит уж грудь мою, я думаю об ней, я плачу и люблю, люблю мечты моей создания, с глазами полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня, за рощей первое сияние. Так царство дикого, всесильный господин, я долгие часы просиживал один, и память их жива поныне, под бурей тягостных сомнений и страстей, как свежий островок, безвредно средь морей, цветет на влажной их пустыне. Когда же, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою, на праздник незваную гостью, о, как мне хочется смутить весельем веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. 27 января 1836 года, к вечеру. 27 января, простите, 1837 года, к вечеру по Петербургу распространялись мрачные слухи, что Пушкин стрелялся и тяжело ранен. 29 января Пушкин скончался. Дочь великого историка Николая Михайловича Карамзина вспоминала: множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пестрой толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, а правительство запретило даже писать что-либо о его смерти. Печать молчала, и вдруг в списках быстро распространилось и наизусть пошло по всей Руси великой. Это погиб поэт, невольный чести пала клеветанной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой, против Лермонтова возбуждено уголовное дело. 21 февраля был арестован и допрошен его друг Раевский, как распространитель этих стихов, а 22-го и Лермонтов. А дальше ссылка. Не смейся над моей пророческой тоскою. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду, и хитрая вражда с улыбкой очернит мой недоцветший гений, и я погибну без следа.
23 марта 1831 года Лермонтов на Большой Молчановке в Москве у Николая Ивановича Поливанова, друга и сокурсника, в ожидании наказания за то, что студенты университета посмеялись другим профессором фамилии Малов. Он был грубым и грубым, и студенты не смеялись и выгнали его из аудитории. Грустный Михаил Юрьевич сидел у Николая Ивановича и писал стихи. Послушай, вспомни обо мне, когда законом осужденный, в чужой я буду в стороне, изгнанный, мрачный, презренный. И будешь ты когда-нибудь один в бессонный час по ночи сидеть свечой, и тайно грудь вздохнет, и вдруг заплачут очи, и молвишь ты, когда-то он здесь, в это самое мгновенье, сидел тоской удручен и ждал судьбы своей решения. Тебе, Кавказ,
Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я снова посвящаю стих небрежный, как сына ты его благослови, и осени вершины белоснежной, еще ребенком чуждой и любви, и дум честолюбивых я беспечно бродил в твоих ущельях, грозный, вечный, угрюмый великан, меня носил ты бережно, как пестовый, юных сил хранитель верный, и мечтою я страстно обнимал тебя порой, и мысль моя свободна и легка бродила по утесам, где, блистая лучом зари, спирались облака, туманные вершины омрачая, косматые, как перья шишака, а вдалеке, как вечные ступени с земли на небо, в край моих видений зубчатые тянулись полосой, таинственней, синей одна другой, все горы, чуть приметные для глаза, сыны и братья грозного Кавказа. Вечерний луч еще горит на ребрах туч, и уступит
не знавал таких ночей в ущелье гор или среди степей. Путешествовал, жил в станицах, аулах, маленьких кавказских городках, наблюдал.
наблюдал Блюхворца. Как-то в одном из рисунков он изобразил крышу сакли и девушек, танцующих лезгинку. Помните пляску Тамары из поэмы «Демон»? На кровле, устланной коврами, сидит невеста меж подруг. Средь игр и песен их досуг проходит дальними горами. Уж спрятан солнце полукруг, в ладони мерно ударяя, они поют, и бубен свой берет невеста молодая, и вот она.
поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ли застанешь ты в живых. Признаться, право, было б жаль мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали, и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна. Как вспомнишь, как давно расстались, обо мне она не спросит. Все равно ты расскажи всю правду ей. Пустого сердца не жалей, пускай она поплачет, ей ничего не знает. Июля 1841 года в 6 часов вечера в подножии горы Машук в 4 километрах от Пятигорска противников поставили на расстоянии 30 шагов. По команде «Сходись» они могли подойти к барьеру и стрелять. Лермонтов не сделал ни шага вперед, поднял руку с пистолетом дулом вверх. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и начал прицеливаться. Столыпин крикнул: «Или стреляйте, или мы вас разведем!» Мартынов выстрелил. Лермонтов упал, как подкошенный. Лев Николаевич Толстой. Если бы этот мальчик остался жив, не нужен бы был ни я, ни Достоевский. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремались жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дух склонялся и шумел. Виссарион Белинский. Великий поэт, говоря о себе самом, о своем «я», говорит об общем, о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество. И потому в его грусти всякий узнает свою грусть, в его душе всякий узнает свою и видит в нем не только поэта, но и человека, брата своего по человечеству. Thank you.
нас гонит, судьбы ли решение, зависть ли тайная, злоба ли открытая, или на ваш тяготит преступление, или друзей клевета ядовитая. Нет, вам наскучили нивы бесплатные,